Приветствую вас, уважаемые подписчики. Ну, не получилось вчера сделать видео. Запорол материал по звуку. Придется переписывать все. Много очень работы. Завалили просто атаманами. После выхода последнего видео про ML15 что-то как-то так бах. И пошла целая куча заказов. Мне, конечно, это приятно очень. У поставщика заканчиваются стволы. Поэтому, кто планировал сделать что-то подобное, вы поторопитесь. Завалили атаманами. Я, конечно, очень их люблю. Но их шлют. Разные здесь у меня проекты. Это М2Р с чоковым стволом, которую хотят настроить на полнотел. Планируют стрелять 3,5 грамма. Очень скептически я к этому относился, но удалось 261-265 получить этой пулей. На этом стволе обрезал чок, сделал фаску, пульный вход. Но здесь через втулку сделано. То есть совсем, ну как сказать, очень скептически относился к проекту, но что-то получается. Так, это что у нас? Это очередная ML-ка переделанная под спортивный ствол. Так, это что у нас? Это М2Р с болтовым взводом 4.5. Это у нас спортивная 16G. Это ML15 с стволом от М2Р. Давно ждали мы ее. Одна из последних, которая пришла. Это новая винтовка. Так, это у нас ML15 на 2.2 настраиваем. Это у нас вообще чудо-проект. Будем в булку переводить карабин. В общем, много чего интересного. Не знаю, про эти проекты, если вам что-то интересно, вы напишите в комментариях. Я поподробнее расскажу, потому что они сейчас на разных стадиях. Спортивная 16G у меня на отстрел уходит, она уже на финише. Мулька тоже идет на отстрел, она на финише. Подспорт, которая вторая. Там отличие от того проекта в том, что нет передней пробки с манометром. Ну, заказчик почему-то отказался. Решил сэкономить там 3500. Ну, как бы ради бога. Ну, то есть, вот такие вот проекты у меня сейчас. Много атаманов в работе. И на заводе еще заказана винтовка. Тоже будем ее переделывать. А атаман отправлять не торопится. Собирают они сейчас что-то очень долго. Ну, сейчас у всех какие-то затыки. Только раровцы работают. Так прям, спорно. Тын-тын-тын-тын, клепают. Через 4-5 дней отправка идет. Молодцы. Про Эдган вообще молчу, там тишина полнейшая. И по Лешим что-то заморозились как-то отправки. И Матадоры мы ждем уже очень долго, с августа. Сейчас Лели люди спрашивают. На складах ничего нет, и собрать, когда соберут, никто ничего не знает. Все загружено Лешими. То есть сейчас, ну, конечно, их надо получать. Люди ждут уже. Шестерки 350-е вообще. Тут одну только получил. Запчасти, ждем расходники. Дюзы для клапанов. Для того, чтобы делать разную настройку. В мастерской снимать стрёмно. Срач. Я не убирался больше 2 месяцев. Надо, наверное, делать паузу. И заняться уборкой прям тотально. Наверное, 2 дня посвятить этому. Потому что я не могу найти приблуду для стенда. Именно для атамана. Пришлось выточить новую. Кстати, показывал, не показывал вам. Вот, вставляется встравливающий винт. Он из шестигранничка сделал. С одной стороны М6-1, по-моему, здесь шаг. А с другой G1-8. Уплотнение резинкой. Вот такую приблуду потерял. То есть мне проще было выточить новую, чем ее здесь найти. Спрашивали про машину. Да, я поменял свой Тусан на Санта-Фе по трейдину и в рамках программы Старт. Об этом на влоговом канале. Для тех, кому нравятся мои видео и кто хочет посмотреть о чем-то другом, допустим, автомобильная тематика интересует мои какие-то мысли на этот счет, подписывайтесь, пожалуйста, на влоговый канал, ссылочка в описании. До 1000 подписчиков мне не хватает, там 46 человек, давайте поднажмем и подпишемся. Даже если вам там контент, может быть, не зайдет, ну, давайте до 1000. И канал будут ротировать уже, ну, в рекомендации добавлять или еще там что-то.
Также пишите там комментарии, что вас интересует из непневматической тематики. Но там очень хорошо вот автомобильная тема заходит. И буквально сегодня я снял видео на влоговом канале, оно тоже будет. Поэтому подписываемся, чтобы не пропустить. Ссылочка на канал в описании. Я планирую сделать обзор на компрессоры, рассказать о том, который у меня вот полгода, да, он получается работал. Кстати, отлично работает. Менял только батарейки в этом, в термореле. Расскажу про него. Прислали еще два мини-компрессора. Один вы видели, похожий очень, а второй миник. Вот я хочу его поэксплуатировать и тоже сделаю обзор. Прислали прицелы загонные. У меня вообще не было таких прицелов в принципе, но вот попросили сделать обзор. Посмотрим, что получится. Обзор на пистолет у меня планируется, Атаман R16. И еще что-то я планировал. А, и ролик про соревнования еще такой обзорный по итогу сезона. Так как летний сезон у нас официально закончился, подведем некий итог. Но я хочу, наверное, даже в плане фильма такого сделать. Полнометражного, ну, может быть, там в пределах часа. Хочу попробовать, насколько у меня это получится. Сценарий уже написан давно. Ну, посмотрим. Загадывать вперед не буду. И когда он выйдет, тоже непонятно. Про спорт вы не особо смотрите. Вот что-то такое, текучку какую-то вам показать. С удовольствием бы показал, планировал даже. Но вот посмотрел на это все вокруг. Это, конечно, что-то с чем-то. Надо все делать паузу. Наверное, на эти выходные у меня будет стоп. Будет только отстрелы, и все. И займусь уборкой. И планирую поменять станок токарный. Хочу побольше. Ну, пока такие вялотекущие планы. Не быстрые. Ну, в принципе, все, что хотел вам сказать. Спасибо большое за просмотр. Лайк, подписка. Ролик, конечно, ни о чем, но я про вас помню. Пока.